Всех с наступившим 2024 годом. Это Динамо ЛО Влог. Новогодние каникулы продолжаются, и в Сосновом Бору царит праздничная атмосфера. Казалось бы, что все подарки уже розданы, но еще один подарок сегодня могут подарить любителям волейбола атомные парни. Погнали на арену греться! Друзья, в этот праздничный день я и очаровательная Саша из группы поддержки хотим узнать ответ на вопрос, который волнует всю женскую половину болельщиков Динамо ЛО. Кто самый симпатичный в команде атомных парней? Погнали спрашивать. А мы к тебе. Настя, кто самый симпатичный, по твоему мнению, в Динамо? Я могу сказать следующее, что мне нравятся молодые люди с татуировками. Ну, вот это обобщенно, если. Ну, может, это конкретно? Хорошо. Кто, по вашему мнению, самый симпатичный в Динамо? Денис Бирюков. 100%. А из молодежки, может, кто-то? Наверное, Москвитин. Сергей Пиранин. Так. Все красивые. Денис Бирюков. Хорошо. Девушка, кто самый симпатичный в Динамо? Не знаю, мне вся команда нравится. А в молодежке? В молодежке тоже. О, они интересные какие. Вишневенский. Кто, по вашему мнению, самый симпатичный в Динамо? Бирюков. А по-твоему? Ивович. Наверное, в розовой форме. Тот Вова Шишкин самый симпатичный. Я не знаю. Я тоже так считаю. Шишкин. Шишкин. А в молодежке, может быть, кто-то нравится? Илья Мельников. Саш, быстро, кто самый красивый Динамо ЛО? Ну, я думаю, я. Да? Да. Потому что у тебя еще именной бейджик? 100%, это из именного бейджика. Хорошо партию, партию плохо, потом две хорошо, потом опять плохо. Стабильности как таковой толком нету. Боремся, играем хорошо, в принципе. Декабрь вот стопами прошли замечательно, я считаю. Поэтому команда в этом году хорошая собралась. Кузбасс достаточно сильно подавала. У них, видимо, установка была. Мы, в принципе, ждали, что они начнут тремя доигровщиками. Вот. Но подавали сильно, мы как могли, так и снимались. Может, где-то физически подсели. Потому что Новый год, когда вышли оливешечка еще не упала, так сказать. Показали зато хорошую игру вроде как. Немного концентрации не хватило у игроков, когда, допустим, опытные игроки Ленобласти просто держали подачу, нам надо было ее доводить на плюс-плюс и сниматься. Мы куда-то немножко побежали. Получилась новогодняя игра, шоу, то есть были обоюдные шансы у всех команд, но я думаю, что во многом за счет своего зала мы смогли переломить сегодня игру. И рады, что продолжили, да, нашу серию, то есть даже Новый год не остановил нас. Thank you.
3 дня и 3 ночи. Третий час уже пошел встреча между Кузбассом из Кемерово и Динамо из Соснового Бора. Но вот, чтобы выявить победителя сегодняшнего матча, нужно сыграть пятую партию. I always advance, say how I fail, you know I stand. Raising the bar, I gotta expand. Top